Вас вітає телеканал «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І прямо зараз на прямому зв'язку з нами Олексій Суровцев. Так, актор відомий в Україні. І наразі бородата кот-мамуля, яка рятує тваринок і котиків, і собачок, і черепашок, кого тільки можна з гарячих точок України. Ми всі про нього знаємо. Ми надзвичайно пишаємось такими людьми і маємо зараз трохи часу поговорити з вами. Вітаю вас. Здравствуйте, спасибо. Ну, по-перше, давайте розкажіть, як ви почали, що вас змотивувало ризикувати своїм життям кожен день? Ну, во-первых, я люблю животных. Это самое главное. Во-вторых, когда началась война, меня не было в Киеве. На третий день я вернулся для того, чтобы быть чем-то полезным. Но чем я могу быть полезным, я не знал. Я пытался записываться в ТРО. Мне сказали, ребята, вас слишком много, подождите. Я патрулировал местность, да. Потом я эвакуировал людей. Но очень хорошее сравнение, которое я постоянно привожу, это вот любой сценарий, он состоит из сцен. Если из этого сценария одну сцену можно выкинуть, и ничего не поменяется по смыслу, то значит... просто эта сцена не нужна. И вот у меня было такое ощущение, что я именно эта сцена. То есть людей, которые помогают людям, очень много на самом деле. А людей, которые помогают животным, очень мало. И по такой случайности мне на глаза попалось объявление «Помогите, спасите, кот, забыли кота, или забыли, или потеряли в панике при эвакуации». Короче, кот в чемодане закрытый лежит в кузове машины 4 дня. Для меня это был тихий ужас. Я пробежался, нашел эту машину, там был этот чемодан, в чемодане кот. Вот. Я его достал, все это я записал на видео и с посылом, что типа, ребята, так делать нельзя, выложил в Инстаграм. И, соответственно, передал кота хозяйке, и с этого момента начались сыпаться просто тысячи заказов. Тысячи, наверное, это я громко сказал, сотни. Вот так и началось. Чи рахували ви вже, скільки тварин врятували? Ну, на данный момент уже больше 200. Это если учесть только тех, которых я именно вытащил и передал. Ну, если еще посчитать тех, кого я подкармливал и продолжаю подкармливать, то будет очень много вообще. Коли я вас слухала, ваші так відео, ви розповідали про величезну проблему, коли до вас звертаються, просять вивезти їхню тваринку, а коли ви її забираєте, і люди вже розуміють, що вона в безпеці, і ви точно її нагодуєте, так, і нікуди її не викинете, люди просто пропадають. Як багато таких випадків? К счастью, таких случаев немного, но такие случаи были. Именно поэтому я сейчас решил организовать приют, скажем так, расширить приют на базе клиники Асти, потому что, ну, для того, чтобы оставлять тех животных, которых забрать не могут. Были такие случаи, что я привез уже в Киев, это когда еще были активные военные действия, привез в Киев животное, и мне говорят, ну, мы не можем его принять, типа, пускай у вас побудет несколько дней. А я говорю, у меня нет, у меня коты, ну, то есть, так мы договаривались, что я как бы... Ну, короче, это не обговаривается. Вот. На что мне ответили, что, ну, тогда отвезите его обратно. Вот, то есть, вы понимаете, насколько это... Пули летают, взрывы везде, отвезите обратно, как в магазин. Ну, то есть тут в мирное время просто туда-сюда съездить, это достаточно проблема сейчас, а тогда это было практически невозможно. Поэтому сейчас мы организовываем приют, и совсем скоро все пушистики, пухнастики, хвостатики смогут у нас находиться, сколько им захочется. Чи потрібна ще фінансова допомога вашому притулку, або ж потрібні саме волонтери та руки? Пока что про физическую помощь она особо не нужна, потому что пока еще приют только готовится, и плюс по спасательным операциям
я пока справляюсь сам, потому что по одной простой причине в Ирпень не пускают сейчас гражданских. Вот, поэтому как только в Ирпене можно будет, в Ирпене, в Буче, в Гостомеле можно будет спокойно передвигаться, соответственно, я наберу еще команду, и мы будем уже несколькими командами ездить и проводить спасательные операции. По поводу финансов, конечно же, ребят, они постоянно нужны. Корма, переноски, лекарства и так далее и тому подобное. Сейчас вроде бы этого хватает, но нужно смотреть в дальнейшее, в будущее, что приют будет расширяться, и животных будет очень много. И, соответственно, когда это все немножко утихнет, когда, скажем так, время будет более мирное, то я думаю, что люди не так охотно уже прямо будут помогать, поэтому нужно немножко запастись. Ще питання про ваші операції, так, порятунку. Які місця такі найбільше вам запам'яталися, куди залазили котики та собаки? На самом деле, самое сложное в этой работе, это, во-первых, добраться, ну, было, сейчас уже с этим проблем нет, но самое сложное было это добраться до места целым, и живым, и невредимым. И вторая по сложности задача – это найти животное, а непосредственно кота, который, кота, кошку, которые прячутся просто на такие мастера маскировки. Было такое, что я, у меня уже своя методика есть, чтобы найти их в большой квартире, к примеру, или в доме. Но было такое, что кошка залезла между стеной и гипсокартоном в ванной, ну, то есть просто под потолком где-то там зависла в нелепой позе. Я думаю, что если бы ее оттуда не вытащить, то она бы уже и не вылезла, наверное. Ну, короче, пришлось рушить полностью стену, ну и, соответственно, доставать ее. Все нормально, кошка целая, невредима. Олексій, що ви відчуваєте, коли ви врятували котика чи собачку, і вже ви доїхали до безпечного місця? Ну, на самом деле, это очень сложно. Вот не хочу там набивать себе цену, но это сложно физически и морально, да? И когда ты уже находишься в безопасности, то ты, соответственно, уже выдыхаешь, немножко расслабляешься. А самый большой кайф, который я получаю, это когда животное уже, пока я его спасаю, оно находится в таком в стрессовом состоянии, но когда уже вот передаю хозяевам, когда оно уже там день-два находится дома, в тепле, в уюте, со знакомыми звуками и запахами, мне присылают видео, фото, это, конечно, особый кайф, когда я вижу, что вот тот комочек грязный, перепуганный, пушистый, он сейчас находится в тепле и уюте. Ну, то есть это особый кайф. Чи був якийсь такий комочок, який ви не змогли нікому віддати? Ну, у меня два кота уже есть, поэтому я, честно говоря, я сейчас, вот когда прихожу в приют, меня оттуда выгоняют уже прям веником, потому что я не могу оторваться. Я всех чухаю, со всеми разговариваю, всем им нужно общение, всем им нужна ласка. И это, ну, прям вот у меня сердце разрывается, когда я вот там нахожусь. Хочется всех забрать, конечно, но физически это невозможно. Поэтому плюс в 90% случаев у каждого животного, которого я спасаю, есть уже хозяин. Потому что мне конкретно поддают заявки на этих животных. Да, есть, конечно, животные, которых я собираю по улицам или там где-то еще нахожу случайно. Ну, на самом деле, люблю всех и каждого. Вот как бы это так не звучало, вот прям реально всех и каждого. Що б ви сказали тим людям, які їдуть з дому та лишають кішку чи улюбленців своїх лишають? Хоча мені здається, зараз всі мають змогу взяти з собою. Ну, це залежить від бажання, я думаю. Що б ви їм сказали? На самом деле, ребята, мені моє мнение, що це не сложно взяти животное з собою, особливо кота. Ну, кота, кошку. Большую собаку, это ладно еще.
Но вот маленькое животное засунул за пазуху, закинул, не знаю, в сумку куда-то, куда угодно. Пускай оно будет сейчас в стрессе, но оно останется живо, и потом как бы с ним будет все хорошо, оно будет в порядке. Нельзя так делать, не надо. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Это стандартная фраза, но это действительно правда. Ведь животные не просили, чтобы мы их заводили. Жизнь животного, домашнего, полностью зависит от вас. Она полностью находится в ваших руках. И вот вы понимаете, что вы уезжаете из квартиры, из дома, и вы можете туда никогда не вернуться. Вот никогда, совсем. Может попасть снаряд, все что угодно может попасть. Все что... Последний раз увидеть свое животное. И тот корм и вода, который вы насыпите ему, это будет последний корм, который он скушает. Вы должны это понимать. И, пожалуйста, не бросайте своих животных. Олексій, давайте проговоримо неприємне питання, однак це треба проговорити. Що відбувається з твариною, коли її лишають в квартирі? Скільки днів вона ще може протягнути? Не в залежності від того, скільки ми їй могли лишити корму. І що вона відчуває, коли вона чує ці важливі, ну, звуки бомб і так далі? Ну, ви смотрите, кот, кошка, собака, хомячок, они же не понимают, что происходит, да? Они очень испуганы, ну, не слышат какие-то взрывы. Они не понимают, почему не приходит хозяин любимый, почему не чухает, почему корм заканчивается, никто его не насыпает. Ну, очень много почему, очень много почему у них. И они ждут, они преданно ждут, коты, собаки, все. Ну, это нужно видеть их глаза на самом деле. Когда их спасаешь, это полностью перепуганные, полностью, не знаю, потухшие глаза, которые просто лишены всякой надежды и полны просто какого-то страха. Вообще смерть от голода – это очень мучительная смерть. Ну, вы попробуйте. Вот попробуйте не покушать, не попить долгое время. Собаки, конечно же, больше подвержены. Они больше зависят от воды, еды. Коты. У меня была кошка, которая 41 день просидела одна в квартире. Без воды, без еды. Живая. Вот поэтому они... У кошки, как говорят, 9 жизней, да, но не все с этим справляются. Было такое, что мы находили в одной квартире, где должно быть 2 кошки, мы находили одну мертвую, одну живую. Такое тоже бывает. Поэтому представьте, что они ощущают в этот момент. Я знаю, що вони, як вже сказали, дуже налякані і можуть бути навіть, ну, агресивні, саме того, ну, не передаючи вам. Чи є у вас бойові поранення від котиків чи собачок, яких ви ловили? Ну, дивіться, в мене, можливо, буде видно. Видно, так. Посмотрите, да, на мої руки, це вже, в принципі, більш-менш. И было такое, что меня просто кошка пожевала. Вот реально, да, обычно так кусают и все. А это была кошка, она находилась в очень стрессовой ситуации. Был таунхаус сгоревший, она выжила на первом этаже, и там я осталась. И когда я ее ловил, со мной еще телевидение приехало, когда один ловишь, это одно, а когда несколько человек еще с камерами светит, то это другое. И вот она была очень в стрессе. Я ее словил, она просто пожевала, вот прям жевала меня, ела. Вот, ну все нормально, заживет, как говорится. З кошкою все нормально. Я вам дуже дякую, що приділили нам час. Ми всі вам безмежно вдячні. Ми бажаємо вам та вашим рідам і вашим, так, вашому притулку, вашим котикам багато-багато здоров'я та, звичайно, мирного неба. І ми впевнені, що точно перемога за нами, якщо в нашій країні є такі люди. І нагадую, що ми щойно спілкувалися з актором або ж бородатою котом мамули, як зараз так вас називають, Олексій Суровцев. Дякую, що з нами вийшли на зв'язок. Телеканал відкритий, вам дуже вдячний. І спасибо. Ще раз кажу, що так слово вдячні. Слава спасибо. Україні! Героям слава!
І смерть ворогам. Дякую вам.